Никто никому, говорит, так. Ну, главное, что не мешало. Помогать не обязательно. Это больше будет, будет помогать, когда не мешать будет. Поколение дворников и сторожей потеряло друг друга в просторах бесконечной земли. Все разошлись по домам. Наше время, когда каждый третий герой. Они не пишут статей, они не шьют телеграм. Они стоят как ступени. Когда горящей нет, лечат с этажа на этаж. И откуда-то им слышится пение. И кто я такой, чтобы говорить им, что это мираж? Мы молчали, как цуцики, пока шла торговля всем, что только можно продать, включая наших детей. И отравленный дождь падает в гниющий залив, а мы все еще смотрим в экран, мы все еще ждем новостей. И наши отцы никогда не солгут нам. Они не умеют лгать, как волки не умеют есть мясо, как птицы не умеют летать.